глаукома – это непростое заболевание. И если мы говорим о первичной открытой угольной глаукоме, во многих ситуациях она протекает бессимптомно. То есть, когда пациент сам практически ничего не может ощущать. Патология закрытоугольной и открытоугольной глаукомы связана с патологией угла передней камеры. И с помощью вот этого прибора мы можем показать объективную картину, можно сказать, даже причину возникновения глаукомы конкретно для пациента. Например, если пигментация повышенная, мы можем конкретно пациенту сказать, что в этой ситуации мы можем предложить вам такой определенный метод лечения, в частности, селективную трабекулопластику. После селективной трабекулопластики показать ему, сказать, как происходит лечение, как выглядит угол передней камеры, для чего проводилось лечение. То есть это объективные методы убедительности, объективные картины состояния угла передней камеры пациента. Этот прибор используется не только при глаукоме. Этот прибор интересен для всех пациентов. Люди достаточно грамотные сейчас, и очень многие хотят знать состояние здоровья своих глаз. Особенно это интересно у пациентов возрастных, и в некоторых ситуациях, когда идет увеличение хрусталика, идет состояние изменения угла передней камеры. В данной ситуации, конечно, очень важно будет показать пациенту, как это выглядит, чтобы это не просто было голословно, чтобы это было объективно. И самое главное, визуально для него понятно. При любых врожденных состояниях, когда бывают изменения угла передней камеры, при наследственных, естественно, изменениях, конечно, все это очень важно. На сегодняшний день все системы визуализации, которые мы имеем, они являются высокотехнологичными. Не каждая клиника, во-первых, может себе позволить данное оборудование, а во-вторых, не каждая фирма-производитель производит такие приборы, которые позволяют объективно оценить состояние угла передней камеры. Мы давно ждали этот прибор. Мы прекрасно понимаем, что хирургия глаукома, она не такая простая. И в некоторых ситуациях, когда на первый взгляд пациенту кажется, что он не получил адекватного результата в результате хирургического вмешательства, многие просто недопонимают сути этой антиглаукоматозной хирургии. И действительно, я не говорю уже о том, что мы доказываем, но, по крайней мере, объективно показываем пациенту состояние, что качественно выполнено хирургическое вмешательство, в каком состоянии сейчас даже дренажные пути находятся. И в некоторых ситуациях для пациента это очень важно и, самое главное, очень убедительно.